Ни для кого не секрет, что дороги в нашем городе требуют практически постоянного внимания. Летом необходимо латать дыры, а то и полностью обновлять дорожные полотна. А зимой расчищать от снега. При этом сколько будет осадков и насколько они будут интенсивными, диктует сама природа. А дорожникам остается только ликвидировать последствия ее прихотей. В течение нескольких последних лет обслуживала наши дороги компания «Севтехинвест». Участвовала она в конкурсе и на будущий год. Хотя на сегодняшний день администрация должна обслуживающей организации больше 10 миллионов. При этом объем работ по новому контракту увеличен, а вот сумма напротив снижена. Но даже на таких условиях в Севтехинвесте была составлена смета для дальнейшей работы. Ну вот по смете на 30 миллионов, ну вы понимаете, что здесь вот зимнее содержание берем. Очистка дороги от снега плужевым образом, то есть КДМ-ками. 24 недели, один раз в неделю. Вы представляете, что такое? Это по смете посчитано, один раз в неделю. Это согласно смете. Это уже не говорим о ГОСТе, где по два раза в день, в сутки, если скользкость, гололед идет, или снегопад, КДМ-ки сутками ходят, вот, а не один раз в неделю. Но на будущий год организация «Севтехинвест» конкурс не выиграла. 17 декабря по его итогам была определена новая компания ООО «Еврокининг», которая теперь и будет отвечать за дороги в нашем городе. Правда, зарегистрирована она в Костроме и контракт еще не подписала. При этом вполне возможно, что для осуществления своей деятельности в Кандалакше будет привлекаться опять-таки «Севтехинвест». Хотя для последних при таком раскладе условия могут стать даже более выгодными. Например, своевременная оплата счетов поможет без задержек и в полном объеме выплачивать за зарплату рабочим. Ну а как специалисты из далекой Костромы будут справляться с обслуживанием наших дорог, покажет время. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.